Он не жалуется и не ищет виновных. Он живет в гармонии с собой и со всем миром. Он знает, что он не одинок в этом мире. Он осознал свою связь с Высшим Я, что у него есть надежный партнер, которому он может всегда довериться и на которого может всегда положиться. Это высшая сила, в которую он верит безоговорочно.